Специалисты городского департамента государственных доходов изыскали новый ранее неиспользованный источник налогов. В ходе проверок торговцев автозапчастями, возящих товары из Киргизии, с них был дополнительно взыскан налог на добавочную стоимость в размере 52,5 миллионов тенге. 11 нарушителям налогового законодательства были выписаны штрафы на сумму 4 миллиона 300 тысяч тенге. Из них уже взыскано в доход государства почти 2 миллиона. За 9 месяцев этого года на товары из стран Евразийского экономического союза было дополнительно начислено 363 миллиона тенге НДС. Увеличение суммы налоговых отчислений связано прежде всего с увеличением числа участников внешнеэкономической деятельности. Всего же в бюджет государства департамент сдал почти 140 миллиардов тенге в виде налогов и отчислений. Из них 69 миллиардов переданы в республиканский бюджет, 60 миллиардов остались в местной казне. По словам специалистов департамента, этот показатель значительно выше прошлогоднего. Тщательная проверка заключенных контрактов и поступивших в результате этого налогов также помогли пополнить казну сверх запланированных отчислений. С начала года специалистами департамента при помощи камерального контроля местных властей и взаимодействия с другими госорганами были дополнительно собраны 7 миллиардов 592 миллиона тенге налогов и платежей в бюджет. Из них 5 миллиардов 117 миллионов останутся в бюджете Шымкента. Специалисты департамента рассказали и о новшествах, таких как работа информационной системы, электронные счета фактуры и модуль «Виртуальный склад». По мнению налоговиков, использование модуля обеспечит контроль перемещения товаров от производителя, импортера до конечной точки экспорта, реализации на торговых прилавках или предприятиях. Данияр Худайбергенов, Амантай Ауильбеков, Саид Ахметов, информационная служба телекомпании «Отрар».